Блин, вам историю рассказать про то, как на обитаемый остров к дикому племени попали и американец, русский и еврей. Угу, давай. Ну, смотрите, чтобы выжить, там надо было либо дать $1000, съесть мешок соли, либо чтобы тебе все племя в жопу драло, либо тебя убьют. Ну, американец спрашивает, что выбираешь? Он по карманам пошарпал, нашел $1000, отдал, типа его отпустили. Русский, типа по карманам шарится, ничего не доходит. Начал есть мешок соли, еле съел, его тоже отпустили. Подходит очередь еврея, он по карманам посмотрел, ничего нету, сказали, давайте мешок с солью. Ес мешок, съел половину. Сказал, не могу больше, давайте меня всем племенем в жопу. Его начали долбить, пол племени проходит. Он такой, все. И пропал. Все. Я не могу. Алло, блядь. Наушники сорвать. Он такой вот долбит его половина, говорит, все, не могу больше. И достает $1000 из кармана. Данек, про тебя анекдот. Если ты не понял. Ну ты, конечно, урод.